Всем привет! Мы на канале Детишки Шалунишки, и сегодня у нас на обзоре вот такой набор для детского творчества. Пазлы для росписи красками. Сейчас будем открывать, смотреть. Там долго, пап. Не знаю. Вот тут краски идут в наборе, там кисточка, велосипед, да? Ну, сейчас посмотрим, сейчас откроем, посмотрим. Открывайте. Если получится, я могу открыть. Да вы вдвоем открывайте. Да, нахуй. По очереди открывайте. Вон, смотри, Андрей, запоминай, как Вика открывает. Раз. Может быть, ножнички, Вик? Вик, может быть, ножнички? На. Да, он Андрей тебе сейчас поможет уже. Ну, а тут ножницы не нужны. Тут не нужны? Тут просто клей надо этот скотч отодрать. Все? Почти. Вот ножничками поддеваешь и все. Сбоку. Давай. Вот тут. Все, ножнички возвращаем. Давайте весь мусор мне. Так. Вот так. Опа! Классики! Вот так. Так, давайте мне буду показывать, что у нас там в наборе шло. Давай, Андрей, покажем вот всем краски. Они вот так, наверное, открываются. Да. А, там скотч, да. Скотч надо. Отодрать и... Угу. Я так думаю, Вика там уже умеет скотч отдирать. На, отдирай, Вик, скотч. Да, сейчас я дам ножнички. Вот сейчас пока Вики. Давай мне этот набор, я посмотрю, покажу всем. Вик, на тебе ножнички. Давай кисточку покажем, какая там кисточка шла. Маленькая. Маленькая, да. Вот такая маленькая кисточка. Набор какой-то такой. Кисточка ваша возвращаю. Так, откроем, посмотрим. Так, так, так. Он деревянный. Деревянный. Так, ну надо сейчас будет собрать по инструкции. По инструкции сейчас соберем, покрасим. Угу. Водой. Кладки. Вот. Андрюнь, ты присаживайся. На ногах, правда, нет. Она сама. О, выдавливай. Выдавливай все. А я пока краски выдавливаю. Это колесо. Вот инструкция. Там инструкция. Так. Чтобы там было всем не обидно, вон, Вик, Андрею не будет маленькая кисточка, тебе на побольше. Угу. Сейчас будете... Вика сама! Это так и должно быть, надо вот это вытаскивать. Сейчас вытаскивайте все. Сейчас по инструкции соберем велосипед. Вот такой вот. Вот так. И потом будем его раскрашивать. Вон. А где от него коробочка? У тебя, Вик? Какая? Вот. Давай ее сюда. Ну вот, это там цвет. А, вот. Так. Каким цветом должен быть велосипед? Вот это, давай. Запомнили? Ну, сейчас посмотрим. А сама его нельзя нарисовать? Можно, можно. Опа! Будем сейчас сами. Здесь пальцы заболели от этого дерева. Так, все, вроде ничего не забыли. Так, давай, дядь, смотри. Собирайте. Инструкцию. Так, первое, вот это, конечно же. Сейчас будете раскрашивать. Вот, кстати, водичка вам. О, попить. Да, можно пить, а можно кисточку туда макать и потом в краске и раскрашивать. А может быть его сначала разобрать, покрасить, а потом собрать? Красиво. Вот смотрите, тут на картинке показано примерно как вот цветами. Андрей, видишь? Андрей, смотри. А что, нам нельзя по-своему? Можете по-своему, а можете пользоваться шпаргалкой. Водичка. Колеса будут красными. Ну, твое красное, а Андрюня, я не знаю, какое будет колесо. Ну, это... О, Андрей будет синее. Желтым. Желтым. Андрей, поближе к Вике подойди, чуть-чуть. Вот, это далековато. Андрей, кровь, кровь. Не. Это косвенный свет. Водичку сюда поставим, чтобы было поудобнее. Тут слишком далеко.
я бы вам помог бы, была бы еще одна кисточка. Ну все, у нас тут все подсохло, со стола мы чуть-чуть прибрали, краску протерли. А вот вижу, Андрей уже собирает. Вик, давай помогай Андрюне, а то он сейчас она собирает. А так неудобно. Неудобно собирать? Ну ты начни с чего-нибудь другого собирать, и не получается. Ну, Андрей даже неправильно. Он делает, а я потом исправлю, что не так. Ну что, все доделали? Да. Показывайте, что вы там швыряете. Тю-тю-тю. Вот такой велик у нас получился. Как на картинке? Педали у него крутятся, да, наверное? Ну вот, как на картинке, прям один в один практически. Не, в принципе, были бы краски поярче, он был бы тоже поярче. Андрюнь, куда поехал? Садись. Говорим всем пока. Пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока-пока. Ой.